Всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами Туз Геймс. Итак, мы продолжаем с вами прохождение Far Cry 6. Конио, Галиндуэрес, просто красавчик. О, короче, вот такая у нас херобора с вами. Миссия там, ну-ка, дай-ка на превьюшечку возьмем. Красавчик. О. Поехали. Короче, нам нужно разгромить... Вот, это по мне. Блин, так громко. Щиты, короче. Что за срань? Куда нам ехать? Ну, погнали, чё. Как бы нас не подзорвали на этой херобуре, блин. Так что он едет еле-еле. Я не управляется. Идите отсюда, себе там нас что-то подзорвали уже, не что-то взорвалось. Куда ты ездишь, бля? Задолбал, бля. Ой, блять. Короче, вот так есть это говно, блин. Хуёвое место, блядь, какая-то. Шестьсот метров за 350 километров где-то. Поближе не нашла, блин, дура мне. Так, курочки, эй, все, нет курочек. Как нам ехать-то? Я полями поеду, похер. Бензобак нам бомбанули уже. Один готов. Обожаю смотреть, как горит Рожа. Очень бывает. Да, наделали мы шуму. Рожа Хосе теперь лежит тонким слоем по всей деревне. Продолжай самовыражаться. Куда дальше? А, искать. А, вот тебе сингал. Короче, эту херню здесь надо искать, да? Блин, кому-то. Так, вон еще вижу. Вот тебе сингал.
Так, вон еще вижу. Привет. Хотел узнать. Ну, у меня явный прогресс. Такое ощущение, что я близок к настоящему прорыву. Пошел нахер. Так, а где тут еще цыган? Так, тихо. Минус один. Да ёбаный. Черт, я все еще слышу взрывы. Ты разве не закончил? Нет. Слышу, что я написал. Что ж, кто я такая, чтобы мешать твоим творческим порывам? Веселись. Ну все. Миссия выполнена. Пересёбываться отсюда. Ксения, наша работа закончена. О, да. Вдохновение тебе не занимать. Однажды я нарисую твое лицо на стене башни Антона. Так, вылазим, вылазим, вылазим. Сейчас эта телега взорвется. Танк можешь оставить себе. Нахер он Хорошо, нужен. Хорошо, что ты это сказала. Я так и собирался сделать. Прекрасно. А я последую за своей музой в Эсперансо. Отличное место для самовыражения. Увидимся. Не пизди, там блядь. Окей? В этой же церкви остались. Там, представляешь, ёптва. А тут все взорвалось. Так, нас никто не ищет. Два танка целых. Ух ты, ебануто. Ебанули, блядь. Ихуя себе, блядь. Похуй, у нас дом пули непробиваемый, блядь. Бля, до утра будет сейчас перезаряжаться. Сука. Короче, пошли нахуй. Ёбаная. Как мне оттуда вылезти? Короче, adios, amigos. Buenas noches, muchachos. Мы погнали отсюда. Все спокойно. Так, мы ж по своим, блядь. И идем по этим, как у него. Трупам нет. Так хуи тут нарисовались. Так, прошли эту херобору. То есть в этой стихии мы с вами все закончили, да? Почти. Нет? Нет, не почти. Близкого быстрого перемещения нет. Что такое? Тайник. Прям по пути. Поехали. Опять.
Чё, блядь, произошло? Непонятно. Опять этот шум, Герик. Меня зовут Элисио Сайенс. Я совершил большое путешествие. Его плодом стал мурал, который я считал своей величайшей работой. Но это не просто острое изображение, а путь к сокровищу, которое не знает равных на этом острове. Приходите к муралу, пройдите по моим стопам. Если духи будут благосклонны, то вы завладеете сокрытой силой Иды. Сайес. Чё-то дерьмо какое-то. Блять, куда идти? Не-не-не-не. Какие-то символы. Пойдемте. Это пещера, блин. Давай глянем. Какие-то врата. Куда-то, блин. Достаточно такой плотненький островочек. Много чего интересного, наверное, можно найти. Эти пасхалки. Так, что это мы туда? Что за такое? Пещера лунатика, блядь. Как бы лунатиками тут не стать совсем. Дерьмо, короче, какое-то. А там куда? Как туда попасть? Частично сгоревший клочок бумаги. Местный проводник не солгал. А Лува реально не явился Ид. Жар был чрезвычайно сильный, и дело вряд ли геотермальной активности. У него явно есть конкретный источник, расположен прямо в этой пещере. Но в то же время он повсюду. Я чувствую, что к лицу прилила кровь. Пишу это, а руки трясутся. Как от выброса адреналина. Я хочу с кем-нибудь подраться. Хочу что-нибудь... Хочу кого-нибудь трахнуть. С меня ручьями льется пот. Почти ничего не вижу. Неужели это правда происходит? Это он? Он подверг меня этому? Я просто хотел рассказать миру об Олу. Об этой прекрасной вере, что таится на крошечном островке. Так нельзя. Так, черт возьми, нельзя. За что мне это? Дар богов. Просто отлично. Надо рассчитать время. В смысле время? Мы не вовремя, что ли? Ну, что ты можешь? О. Нам надо. Не понимаю, куда нам надо. Веси. Как я так сделал? Тут туда. Я не понимаю. Назад мы типа сюда таки хоп.
вот input lag, не ползет он наверх, не знаю, что происходит. А, нужно поставить оборожу еще наверх. Ой, здесь. Вроде идем верным путем. Не знаю. Так, эти альпинистки. Прочесть. Письменная инструкция. Первое испытание пройдено, поэтому я поделюсь с тобой знанием и разожгу в тебе желание двигаться дальше. Ида, божество, которому я посвятил свою работу и всю свою жизнь. Он гнев и страсть, он барабан, грохочущий ночи. Он касается моей души, вдохновляет мое сердце и мои руки. Все, что я сделал, чтобы почтить его. Чтобы точно знать, что страна не забудет. Услышав приказ Кастилия, испугался, что триада канет лету. И поэтому принялся за работу. И трудился без устали днями и ночами, чтобы создать то, что не смогут уничтожить. А внутри всего творения спрятал священный предмет, отыскать который сможет только истинный последователь триады. Путешествие началось, дитя Иды. Продолжай. Какие-то загадки. Синие костры, блин. Ты заебался уже кататься на этих. Так мы же только оттуда приехали, нет? Дурак. Че, куда? Письменная инструкция. Триада – это религия. Да, не, да, но и не только. Триолу, три божества, кружатся бесконечно в танце. Они поддерживают порядок и равновесие. Ида – один из тех олова, которому я посвятил свою жизнь. Я прошу у него совета и молюсь, чтобы он послал мне вдохновение. Ида – олова страсти, войны, огня и гнева. Тем, кто не знает его, он может показаться малвадо, злым, но это не так. Ида, как и все олова, обеспечивает равновесие. Ибо нет жизни без смерти, а мира без злобы. Огонь горит, сжигает, но и согревает, защищает, освещает. Такова сущность Иды. Конец уже близок, дитя. Саэс. Почти на месте. Блять, куда мы идем вообще? Чё, блядь, сделал? Чё, блядь, сделал? Мне сюда. Черт, будто снова на полосе препятствий в академии.
Так, блядь, какие костры. Я уже запутался, блядь. Туда, сюда, отсюда, сюда, блядь. Я думаю. Знак Иды, глава. Ида. Луга огня, страсти и войны. Чем-то напоминает меня. Черт, это еще не все. Нужно все их разыскать. Черт побери. И чё? Ветер какой-то. Все, какую-то херь нашли, в общем, да? И дрюн батон мы забрались. Так, давайте посмотрим, что там по времени. Так, что это такое? Полет меча, операция. Не обязательно, что ли, или что? Так, большой герой Флан Филипп почти завершен. Осталось всего лишь достать военный самолет и бейсбольную пушку. Военный самолет, вот хер его знает, где его доставать. Так, я предлагаю пока, наверное, эти поосвобождать. КППхи? Быстрое перемещение. Пойдемте быстренько. Переместимся, КППшник освободим. О, я, Дани. Так, ну-ка, что у меня? Можно что-то делать? Давайте лучше. О, продвинутое оружие так. РПГ есть. Что такое? Пистолет, пулемет. У нас такое есть. Так, РПГшку купим. Все. Пока Костелия жив, мы все его рабы. Да, прикид у меня, конечно, классный. На голове какие-то хероборы. Так, пошел я. Захвачу. Привет, лошадь. Какой лошадь у нас конь? Сам ты лошадь. Так. Ну-ну, все хорошо. Так, куда скакать? Пойдемте. А мы разве их не захватывали? По-моему, все ездили, захватывали, нет? Или они появляются только когда эти дают нам указания? Повстанцы или кто там? Агенты. Касайтесь, кто может. Ну-ка, сейчас ДТП. Ой, куда ты? Лошадь моя. Ты чё, блин, дурак? Фонарели, что
Нет. Позови. Тихо, я же за эти. Я с этим. Повстанец, к тебе движутся солдаты. Да по барабан. Идите нахер, нахер, нахер. Так. Двоечка. Всех убью! Понял, не сейчас. Да подожди ты. Говно установил, я думаю, я пулемет. Эти не будут помогать? От свои, а все по барабану. Все, вот и все, что-то. Теперь наше все будет, ибо нехер. Сейчас все будет синим тут. Может, пару этих надо будет захватить. КПП захвачен, все. Гасите его. Сказали по мотору попадать, я по мотору и попадаю, нет? Я сейчас его, блядь, быстро. Себе кто прикройте! Ты стреляй по ней, дура. Блин!
Чё за эти фантомы какие-то? Ты мне должен задание еще дать, подожди. Ну все, вставай. Хорош валяться, дурачок. Сальвасты. Живо, давай! Все, нету нахер никого. Ёпта, блять, она на тачке хотел поехать на этой. Наш гранатомет разломали, все. Херобора, блин. Порох дали. Че, все, что ли, больше нет? Карты там какие-то. Так, отличненько. Так, что у нас там еще на карте можем сделать? Так, ну эти потом я буду делать путь на пляж. Это что такое? Спор за шпор. Поедем сюда. Припасов. Блин, больше некуда близко телепортироваться, чтобы это. Завершайте гонки гран-при. Ну, можно будет потом поесть, защита тоже. Понятно. Что с коллекцией? Во-первых, и получили. Нифига себе. Ничего не получено. Золотой ягненок какой-то. Понятно. Проехал. Как проехал ты, дурачок? Что вы для меня припасли? Где была? Дани, я тут узнал об одной зенитной пушке. Отмечу на твоей карте. Благодарю. Черт! А? Кто здесь? Здесь, блядь. Дурак. Такие вот дела. И вот тачки поехали, что ли? Не, не поеду. Что-то народ был здесь до хера. Где все-то? Ладно, постараюсь переместить. Да, пойдемте переместимся поближе куда-нибудь и захватим. Так, быстрое перемещение. Попробую захватить эту базу еще. Почистим райончик. Нужно будет еще сайт-квестики эти поделать. Как раз. Привет. Привет. Привет, привет. Карлос погиб. Что дальше? Ты уже... Подойди. Я сел для быстрых. Дани, военные хотят контролировать наше перемещение с помощью КПП. Уничтожь его поскорее. Спасибо. Где оно? Зенитка, КППшки. Ага, вот здесь появился.
Так, а мы здесь были на КПП или что? Это какой-то другой. Так, сейчас доедем, нам плакат еще нужно эти сносить. Чуть мы сносим, а они снова появляются, не? Пропаганда это. Если вояки, смотри, приезжают какие. Да, какая техника у них. Громко. Я делал тише, но все равно что-то не делается. Что-то. Блять, куда лечу, вообще не понятно. А, не туда. Нормально так тут. Приехал, а тут это, блядь, скала. Будьте любезны. Получите распишительно. Да ё-моё. О, нахер, блядь, отсюда. Катись в Африку. Эй, Клара. Уясни. Я нашел аванпост бронетанковой дивизии. Что ты на это скажешь? Скажу угнать один из танков. Та же идея. Да пошли. Пули ей не страшны. А чё, нет никого, что? Угу. Как-то мало народу охраняет эту танковую батарею. Раз на вас. Так. Пули не страшны кому? Этой, что ли? Не спрячешься. Там инженер или что-то? Вижу. Камера. Сука, зашел, не успел, а? Подкрепление нам тут ни к чему. Подмоги не ждите. Ну все, вроде как, нет. Да, блять. Вот так вот. Кого мы еще видели? Где? Не спрячешься. Так, точно не спрячется. Следующий где? Тут в доме там ходит.
Фильм «Снайпер» смотрел? Нет? Теперь смотри. Это дурачок ходит, это. Ну-ка. Слышал, не? Что мы еще видели? Где? Где они? Все. Лежит, отдыхает там, смотри. Танк. Что, больше никто не защищает танковую эту, что ли? Странно, странновато. Что-то осталось-то людей пугать. Ты выходишь, нет, он вышел. Вот и все. Нет у них больше танкового биатлона, блядь. Дивизиона. Да, биатлон. Все, теперь наши. Оп. Без тревоги, не заметили, транспорт захвачен. Все. Тройное бинго. Ключ от бункера. Вот теперь мы можем брать танки у них. Просто поживимся. Наберем металлолома всякого, который нам нужен для этих так, точек доступа. Так, что тут? Тихо, не нервничай. Металлоломчиков заберем здесь. Я себе там чё? Что там такое? Или было что-то? Так, подожди, здесь что-то было. Ола, здорово. Есть новости? Люди Кастильо удерживают одного из повстанцев в форте Эсперанса. Поможешь? Спасибо. Ты без проблем. Использовали казнь, чтобы заманить нас в ловушку. У меня только лучше. А мы клюнули. Никаких говенных подделок. Так, что есть-то? Да, такое у нас есть. Ты что? Мне нужен прям для... Так, ноги, запястья. Есть нормальный бег? Как выносит? Вот это я куплю. Так. Так, секунду. Батарочки оденем. Не, ну это, конечно, ебалда на голове, конечно. Опа. Позволяет лучше. Ночное зрение.
Дайте, возьмем. Ну, РПГ мы уже покупали. Знаем, что такое. Так. 50, 300, 300, 105 песо. Так, коллекция, понятно. Так, жену. Что по времени? По времени предлагаю тогда закончить. Продолжим в следующей серии. У нас танковая теперь. Танковая. Так, бронетанковая дивизия есть, да? У нас сегодня прям серия с танками прям началась и заканчивается с танками. Вот. В одной серии у нас было прям танковое сражение повстанцы. Кто там что орет? Повстанцы, да, и наши Камильданос, или как его там, Сальвадоса. Что там происходит? Ладно, увидимся в следующей серии. Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на Twitter, на паблик. Ссылка на плейлист будет в описании. Также не забывайте про все уведомления, колокольчики. Главное, берегите себя и пока-пока.